Итак, ребят, всем привет. Я вернулся на истоки, в самое начало. По идее, сейчас мы должны встретиться с самым первым боссом, который по факту должен был нас 100% убить. Или же нет, или же... Да, все-таки с тем боссом я не встретился. Почему-то я подумал, что я вернусь именно туда, в самое начало, и встречусь с боссом, который изначально нас все-таки убил. Ну, с тобой мы говорили, ничего интересного у тебя нового нету, да? Так. Понятно. Все то же самое. Попробовать, конечно, можно убить вот этого, но у меня тут приключилась такая неприятная ситуация. Мне надо бы забрать, конечно же, свою благодать, свои руны. Потому что на меня там напали подло и убили. Другой персонаж, между прочим. Поэтому мне, конечно, хотелось бы забрать свои руны. Наверное, мы так и сделаем. Лодочником мы просто пробегаем. Нету смысла с ним драться. Мы поняли, что мы слабы. И я хочу сделать шаг назад. Попроходить всех тех, кого можно было пройти до этого. И постепенно возвращаться по порталам сюда и пробовать тогда уже себя здесь. Соответственно, пока буду проходить все, что есть там, смогу немного подкачаться. Это будет очень хорошо. И я думаю, тогда уже лодочником мы с легкостью пройдем. На самом-то деле не хватает чего с лодочником. Либо же дамага, либо большего количества маны. Так, вот здесь меня и убили, в принципе. Какое-то подлое место. Я хотел зайти туда в храм, она на меня напала. Вот здесь опять эта тревожная музыка. Надо пробегать. Такое впечатление, что это место для ПВП просто. Просто лютое место для ПВП. Только посмотреть, что здесь творится. Как это все? Что, можно туда пройти? Ух ты, шьёх, макарёк. А здесь жестко. Там какая-то большая птица. Это что, живое, не живое? Оно-то типа и не живое, но, блин, похоже на дракона. Я хотел к этому дереву-то. К тому дереву нам... Тут орды нежити идут, ни хрена себе. Чё тут все так серьезно? Ты кто? Ты друг, враг? Статуя. Так, и чё она... Так, ну она мне указывает шикарнейший путь, я понимаю. Но... В этих пещерах очень сложно. И туда, ну, надо действительно идти уже более-менее прокачанным. Мать моя женщина. Боже, как здесь страшно. Реально здесь очень-очень много всего. Я не представляю, насколько нужно быть жестким, чтобы убивать вот этих вот тварей. Типа Терена-гиена. Гиена-терена. Или что-то в этом духе. Вот там наверху точно есть благодать. Я попытаю свою удачу, попытаюсь туда проскочить. Если они будут бежать за мной до победного, мне, конечно же, смерть. Но если они от меня отстанут, то есть очень-очень большой шанс, что я смогу активировать там благодать. Я вот сейчас слышу, как они бегут за мной. Это жесть, как страшно. Мне просто нужно, чтобы они отагрились от меня. Боже, они жесткие. Где-то должен быть путь наверх. Вот здесь точно оно. Так. Где я видел этот дом? Так, вот вижу одну благодать, хорошо. Но это не та благодать, которой я шел. Так, они от меня отагрились, да? Да, все хорошо. Так, я думаю, стоит здесь выпить фляжку. Потому что малейшее ранение, я труп, мне кажется. У них тут у всех настолько большой дамаг. Так, ну я почти подошел. Мне либо наверх, либо прямо где-то здесь, с той стороны, было видно дом. Хижину эту.
Здесь сейчас хижину я не вижу, но красивый вид. Так. Что за башня? Угу, слышу, вижу, вижу, слышу. Это все прикольно. Так, ну вход в башню. Тихо, не упади. Вход в башню, конечно, явно не здесь. Мы, в принципе... Ты не хочешь встать? Спасибо большое. Впереди прыгнуть. Куда? Туда прыгнуть. Ну, такое, знаешь себе. Ну, я-то его и так убью, мне-то какая разница. О, он мощный, слушай. Главное, чтобы я не упал, он как бы сделает шаг назад. Он делает бросок и идет вперед. Мне интересно, сколько за такого солдата должны дать. И ты умираешь? Нихера себе, слушай. Приятненько, приятненько. И вот просто ты должен прыгнуть, но куда прыгнуть? Отсюда вот туда? Ну, возможно, на коне, да. Возможно. Возможно, да. Так. И я надеюсь, здесь будет очень крутой доспех. Так, железный шлем пехотинца. Давайте посмотрим. Однозначно должно быть лучше, чем то, что у меня. Знаете, даже и не лучше. К снаряжению. К сожалению. Вот это, конечно, лучше, но очень тяжелое. Я не буду это брать. Змея. Так, о, еще змеи нам не хватало. То есть это змеиная башня получается, да? И она что, на самом верху? Так, ну давай посмотрим. Очередной босс, скорее всего. Но здесь, если я сейчас умираю, то все. Можно забыть о моих рунах. Так, ну тут... Тут чисто, тут никого. Только не говорит, что мне надо идти по этой штуке. Не сюда, а нет, не сюда. Окей. Впереди слева. Да, но туда было поприятнее идти. Впереди требуется лошадь. Окей. Пойти за мной. Я хочу тебя убить. Мне надо, чтобы ты же за мной пошел. Ну вот как? Ну вот как? Ты понимаешь, 3000 рун, вот как вот они просто так уходят в никуда? Ну вот как? Ну там слишком сложно. Это называется доигрался. Каковы шансы того, что я смогу забрать те руны обратно? Вот я просто не знаю. Во-первых, как туда спуститься тогда? Где-то же должен быть тогда нормальный спуск, правильно? Вопрос, где? Чувак, просто уходи отсюда, ну поверь. Вот поверь мне, ну нечего тебе там делать. Так, ну допустим, хорошо.
Сейчас у меня, знаете, какая задача? Не умереть. Долетел? Не, не долетел. Вот этот долетит. Вот этот прям хорошо долетит. Ну, знаете, что мне нравится? Мы... О, так а так мощно идет. Слушай, надо просто задерживать таким. Посильнее идет дамаг. Хорошо. Мне какая разница, он-то все равно стоит. Это можно обычно бросить. Отлично. Так, 1055 за них дает. Неплохо. Мне чё, аж в самый-самый низ, да? Тупая лошадь! Просто тупейшая лошадь. Ну все, нету смысла сюда идти. В итоге шел 4000 рун, мы просто прое. Обидно. Так, ладно. Делаем так, как я и говорил. Что это такое у нас? Это башня, наверное. А это что такое? Тоже тут ничего у меня не засвечено. Возвращаемся на назад. Так, храм Эли. Тут у нас ничего, лесная пещера. В лесную пещеру можно пойти попробовать. Все равно мы умерли. А в лесной пещере, получается, у нас есть босс. Он должен быть несложным. Это, ну, один из первых боссов. Я предполагаю, что это будет волк, но могу ошибаться. Ты умираешь? Да. Ты умираешь? О, они даже вдвоем умирают, это просто супер. И ты умираешь, хорошо. Так, но там будут еще волки. Так что вы не думайте, что это так легко будет сейчас. Что мы зашли и всех убили уже. Не-не-не. Здесь еще придется пободаться. Полетел фаер. Не долетел. Полетел. Долетел. Убил. Этот меня, конечно, задамажит. Но этого надо копьем убивать. Алло. Давай, он слишком близко. Хорошо, забираем лут. Светлячки тоже пригодятся потом. Так, я так и не понял, что я тогда готовил, что я должен был бы съесть. Так, применить. Хорошо. Ну, что-то съел. Тоже что-то съел. Так, обломок руны. Так. Ну, хорошо, короче, я всякой херни нажрался. Сказать, что стало лучше, я не могу. Так, хорошо. Ману восстановили. ХП тоже. Я готов умереть. Давайте посмотрим. О, ну слушай, если он никого не будет призывать... то я скажу, что да, у меня есть шанс. Уходи, 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 дурак. Ну, нет, 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 нет. Ах.
Зверочеловек. Сука ты, а не зверочеловек. Фляги надо перераспределить. Две, наверное, на ману. Может и не две, не знаю. Две туда, три туда. Попробуем так. Обидно. И обидно то, что и волков придется сейчас заново еще убивать. Это, конечно, напрягает. Мне зачем-то их убивать? Я же их убил уже. Все. Я все доказал. Можно попробовать тихонько. Просто интересно, можно ли это все пробежать? Да, можно. Ну так это хорошо, слушай. Ой, блядь. Ну иди ты нахер, слушай. Угу, прикольно. Сука, конченые удары вот эти их ультовые, как они меня раздражают. Нахер. Ублюдок, сука, бесит. Близко! Близко подошел. Очень близко подошел. Это очень плохо. Иди ты нахер, окей? Да чё ж ты промазал? Хорошо, что сбил. Хорошо, что крик. Умираем, умираем, умираем. Я не понял, какого... Да ты придурок! Ой, блядь, чё ж я сбил себе? Я не понимаю. Оно тупо само сбилось. Зачем же ж мне это все надо? Ну что, наконец-то мы убили первого своего босса. Талисман огненного дракона. Супер. Отлично. Ну, за него всего 1000 дается, то есть он не сильнее, чем бот, которого мы убивали на башне. Ну, просто что башня намного дальше. Но то, о чем я и говорил, мы сейчас вернемся и будем все заново проходить, и вот поубиваем и лут себе, как полагается. Так, какой-то талисман улучшает сопротивление огню. Ну, пока у меня особо выбора нету, возьмем. Че нет-то? Давай. Шли назад. Даже одного флакона, получается, хватило. То есть я одну флягу юзнул, и я флаконов ни разу не юзал. Кстати, заметно увеличилась мана. Это радует. У меня теперь даже фляги не хватает, чтобы восстановиться. Хорошо. Что с них? Ничего не упало? Нет, лута нету. Хорошо. Хорошо. Так, здесь мы прошли. Можно сюда, получается, убить этого гиганта и зачистить от остальных. Сейчас мы вот возле благодати посидим. Восстановимся. Потянем сюда гиганта. Он, получается, тоже ж восстановился, да? Да, он восстановился. Было бы, конечно, интереснее, если бы он был разовый, чтобы вот каждый раз тебе не приходилось с ним бодаться, потому что, ну, тяжелый, сложно, от него постоянно нужно уворачиваться, он много прыгает, это мешает.
Так, ну не ту флягу, ну мне вообще фляга не надо было. Ну ладно, еще что-то. На скакуне сейчас мы подойдем к нему. Он прыгнет на нас. Да, привет, офигенный ты, крутой дядька, давай иди сюда. И тут ты должен пойти за мной. Давай. Ой, больно ты меня так, конечно, это в мои планы не входило. Ну и зачем ты так со мной? А? Ты чё, дурак, что ли? Вот, кстати, я сейчас на нем посмотрю. Так-то я же помню, сколько я ему дамага наносил. И, ну, нет, наверное, это не влияло все-таки, получается, на дамаг, который я ему наносил. Ну, что самое прикольное, он вроде как и мини-босса, а все... Дамаг такой же проходит, как и на страже с башни. Не, парень, не. Короче, игра про паркур. Вот это ты плохо делаешь. Вот так вот не надо, конечно. Но зачем ты его достаешь? Мне он не нужен точно. У меня мана кончилась. Да. Прыгай уже, давай, ну давай, ну чё ты? Мне хана? Не, мне не хана. Хорошо. Вот сейчас будет больно, да. Не попал, прикинь. Это я мастер кунг-фу. А вот сейчас попал, блядь. И вот сейчас мог попасть, но не попал. И я не попадаю. Какого хрена? У него типа коленки слабые, а это часть. Придурок сбил сам себе. Давай, фаер в него. Что-то он расслабился. Прыгай! Ох, как хорошо я прыгнул сейчас, да? Кайфовенько. И умер, да? Умер. Но мог. Да ему один раз дать. Фух, это было близко, но вот реально вы видели. Так, хорошо. Ну ничего, мастерство появляется. Уже понемногу, да и лучше. Так, проблема в том, что на него много ушло. Я как бы хотел уже зачистить. Чё, вручную против них я не хочу. Сейчас смотри, стрела летит. Ну ладно, побежали тогда. Надо, чтобы пройти дальше. Их тут просто будет очень много. И получается, ну, никакого смысла в этом не было, что я его убивал. Ну, зато денег дали. Денег за него дают нормально. Это приятно. Но хотелось тупо вот все полностью зачистить. И тебя тоже. Да. Конечно. По трубе. Но тут же у меня тоже получается босс. Грозовой холм. То есть то, что я уже пробегал, я просто прошел вперед. И здесь у меня тот босс, которого я хотел убить в прошлый раз. Ну ты придурок? Ты придурок, я тебе отвечаю. Нахер ты ко мне лезешь? Я ж тебе в рукопашку завалю. У вас, конечно, много, да, я не спорю. Лови фаер. Песик блядский. Да ладно, я тебя и так убью. Мне-то какая разница? Ты думаешь, не убью? А я вот убью. Все. Я бы сказал матом. Но не скажу. Так, давайте-ка скоротаем.
Повысить уровень можем. Что-то можем даже, ну ни хрена себе. Так, дальше ману. 130. Вот, повышение пойдет, да? На плюс одну, ну ни хрена себе, это мощно. Ну, то есть оно надо достичь, наверное, какого-то определенного уровня. Вот у меня только 20 уровень прокачивается. То есть очень, очень медленно я иду. Так, хорошо, пошли. Или это не то? Нет, так это то место. Какого хрена там делает гигант? Мы так не договаривались, нифига себе. Ну тогда я просто перемещусь. И надо же попробовать убить этого босса, да? Правильно? Пока у меня рунта нету, можно потестировать, помучить. Я думаю, за него должны дать что-то жирное. Ману я увеличил. Все увеличил. Все у меня с этим делом хорошо. Помощника надо призывать, потому что, ну, без помощника я вообще не понимаю, как его убивать тогда. Взять вот это снаряжение получше, что ли, попробовать, попытать удачу. Блин, явно мы ничего не потеряем. А по инвентарю что-то у меня по бафам есть? Ну, я так понимаю, что нет, да? Хорошо, давайте попробуем что-то создать с бафа. Так, временно ускоряет восстановление выносливости. Ну, такое себе, если честно. Показывает дружеские и вражеские знаки. Так, при размещении источника слабеет свет. Херня. Так, восполняет только, если скормить во время езды. Это вообще бред. Ну, то есть, получается, по факту, у меня как таковых бафов для создания и нету. Ну, по крайней мере, сейчас. Это плохо. А сами по себе, я так понимаю, вот эти ягоды, это все, ну, ничего не дает. И никакая травушка-муравушка меня не спасает. Ну, получается, да. Окей, тогда только шлем. Посмотрим, насколько мне с ним будет покомфортней. Ага, а комфорта я с ним не чувствую вообще. Ну да, это просто ужаснейший шлем. Просто вот у ворота ноль. Просто жесть. Ладно, окей, будем знать. То есть его можно просто продать и не мучиться. Это чисто для какого-то лютого танка, который не делает никаких уклонений, никуда не уходит. Просто стоит, фармит танча. И все. А, так, что у меня было? Ну вот этот. Да, вот этот. Хорошо. Так как мы, ну, мы явно не танчим, и нам нужно много движения, много уворота, то это будет только мешать, так получается. Хорошо. Так, мне надо подождать, пока он появится. Отлично. Ну и Роджер Призм как помощник, все, пошли. Вот если бы еще и Роджер призвал своего помощника, вот это было бы хорошо тогда, конечно. Ну и как? Можно? Вот есть вопрос, как он по мне попадает? И уворачивается. Ну ты же вообще не на меня нацелен. Ну чё ты уворачиваешься? Ну как бы мы с тобой нормально дружили, а ты начинаешь хернёй страдать. Бедняга Роджер там, конечно, выхватывает люто. А вот и я выхватил, да? Да, люто выхватил. Выхвачиваю дальше.
Если я ему не сношу половины, пока Роджер жив, то ну, я не вижу смысла вообще его как-то танчить. Ну, потому что посмотрите, что он делает. Это просто бешеные дамаги. Жесть. Просто лютый тип. Просто мне кажется, что чем сильнее стою я, тем сильнее растут и мобы. И мобы, и боты, и боссы, точнее. То есть нету смысла, получается, ждать. Но не уверен, так ли это все-таки на 100%. Но если это так, то, конечно, ну, печально. Эй, ну так это, конечно, плохо было. Ну вот видишь, то есть, ну я его уже не убиваю с первого раза. То есть до этого я бросал у него спокойно fire, и он умирал. Ты должен умереть сейчас. И ты тоже. Любопытно. То есть, если брать за основу Диабло, то там именно так и было, что чем сильнее твой персонаж, тем сильнее твои мобы на локации, и получается, не было там смысла куда-то спешить, бежать, что-то менять, потому что это ничего-то толком и не менялось. И если здесь точно так же, то это фиаско. Потому что я не стою настолько сильнее, чтобы почувствовать разницу между ними. О, мана кончилась. Печально. Уходим. Так, где мой флакончик? Подожди, файр. Тихо. Ну все, давай, харе. Как я первый раз, когда играл, хотел, блин, дойти сюда и убить их так же, как они меня с этой пушки. И какое было разочарование, когда ты доходишь и понимаешь, что ты-то с нее пульнуть не можешь. Потому что вот с чего я это взял? А, до этого гиганта здесь не было. И вот этих ребят я убивал в спину с одного удара. Сейчас они умирают с двух. И тут появился гигант. Откуда? Его здесь никогда не было. Но при этом дроп с них лучше не встает. И вот это хреново. Потому что где-то добрать все. И встает ли тогда лут с них лучше? А, ну, в плане душ. Опа, тревога. Кстати, момент истины. А гигант идет на тревогу или нет? Потому что если сейчас мы детектим, что гигант идет на тревогу, ну это все. Ты открылся, мужик. Я здесь ни при чем, поверь. А вот это был очень жесткий размен. А ты просто сгоришь, окей? О-о-о! Маны. Маны, 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 маны. Ну, та зашел, лови файер. Ого. Сейчас могу и умереть-то. Стрела осталась во мне. Вот видишь, он еле-еле попадает сам. Так это бот, который запрограммирован попадать в принципе. Так, что это такое? Вот у меня... Так, хорошо. Мана. Тогда надо, получается, фармиться. Прикупить себе получше доспехи, побольше хп и пробовать убивать. Так, где-то здесь я видел великана. Мне с ним биться сейчас вообще нельзя. С другой стороны, плюс 1000. И приятно, и как бы не особо хочется.
потому что ты понимаешь, насколько это, блин, затягивается. Это нервно. Долети, пожалуйста. Хорошо. Ну эти со своими бешеными быстрыми атаками. Ну ты же горишь. Ну ты чего? Ты горел там. Я видел. Ой, ты близко подошел, да? Понял. Хорошо. Но если бы не менял оружие туда-сюда, были бы у меня проблемы. Потому что ХП было не так-то много. Так, что за флакон? Хорошо. Вот вроде и хорошо стало больше маны. Это все круто, но по итогу опять-таки получается, что не особо этому и был смысл, потому что Семен я не могу найти пока. И фляги у меня получаются маленькие. Мне надо выпить две фляги, чтобы восстановить полностью ману. Соответственно, херня. Надо больше ингредиентов насобирать. Надо найти еще пару торговцев. То есть вот в эту сторону я еще не ходил. Надо походить в эту сторону, посмотреть. Это что, благодать? А, нет, это то дерево. Тут я был. Тут я был, там волки. Тут были руны. Так, ну что, червячок, надо тебя убить. Даже вот червя я, блин, как убивал с 3-4 ударов, так и продолжаю убивать. Ну, то есть слабо, очень слабо. Вот здесь меня интересовало, руны возобновились или нет. Но вижу, что ничего не мерцает, значит, здесь это одноразовая акция получается. Да. То есть ничего не восстановилось. Здесь я был. Так, башня, вода. У башни не был, потому что не видел этих тотемов. Вот. Вот такую. Ух ты ж ты чё такая резкая-то? Ни хрена себе. Ты там такая резкая не была. Ты чё, совсем что? Ой, это смотри, вот. Мне кажется, фаервол не сильнее стал бить, а еще хуже. Потому что вот эта мясорубка, боже, мясорубка, ни хрена себе. Она была такой мирной, там такой слабенькой. Первый раз, когда мы ее. Она еще себя и хилит, да ты охренела? Утекаем. Так, там волки, аккуратно. Волки на меня загрелись, серьезно. Если да, то это, конечно, херня полнейшая. Давай, давай, давай. Не-не-не-не-не, не хиль себя. Она, короче, жрет себя, и себя же и хилит, получается. Скотина такая. Ну вот это вот получается, вот я сейчас читерю. Она-то сюда не может дойти. А мне комфортно. А это хорошо, что она медленная. И неумная. Умри, пожалуйста, бы ты сейчас опять себя захилишь полностью. Но это какая-то посильнее получается, что ли? Или такая же, не знаю. Но, как по мне, посильнее. Куча ингредиентов, а чтобы скрафтить что-то толковое, я не скажу, что мы можем скрафтить. Кто тут у тотемов? Не вижу. Не вижу никого. Но должен кто-то быть у тотема уже. По-любому. Так, впереди предмет отсутствует. В смысле? Впереди сундук с сокровищами. Да? Как мне туда попасть? Вот этот великан опять тут ходит. Че он тут ходит? Блин, да их тут вообще много стало.
Ну и как мне туда попасть? Упаду туда, умру просто, а я по-любому упаду. Должен быть где-то какой-то вход. Но я что-то не понимаю. Это разбить нельзя, то разбить нельзя. Просто вниз. Ну, попробуем, я не знаю, у меня не так много там рун тех, сколько, 1300. Но я не скажу, что это прям очень много. Ну, нихера себе, что я сделал. Вот это круто, слушай. Это я, конечно, сейчас молодец. Расслабятся прыгуны, и тогда Узри прыгает. Так. Я бы просто вот сюда провалился, знаешь, это было бы просто идеальненько. Ну, это нечестно-то, слушай. Ну, вот прям вообще нечестно. Ну, вот как так-то? Я теперь понял, откуда великан-то прыгает. Классно. Нечестно, получается. Потому что там... Ну, а как я туда сойду? Эх, обидно. Но прыжок был хорошим. Так, ну что, ребят, заканчиваем. Этот выпуск будет немного короче, чем обычно. Не забывайте подписываться, писать комментарии, куда там сходить нужно, что посмотреть. Это все интересно, все читаю.